Да, выходной день у нас сегодня. Погода очень-очень жаркая. Выбрались на природу. Там вот водоем у нас, пруд такой есть. Ну, мы в черте города своем. Тут ходьбы 100-150 метров до водоема. Вот сосисочки уже пожарили. Уже снимать пора. Да, готовы, готовы уже. Вот. Горяченные, правда. А? Ну вот, красота, да? Не красота? Почему это? Вот с Полиночкой мы выбрались на природу, да? Маленько позагораем. Ох, какой запах-то вкусный от них. Нос заложен? Чё ты болтаешь-то? Чё тут у нас? Игрушек-то много, да? Полпакета взяла. Песочницы, да? Формочки, ведерочки, совочки, грабельки. 4 грамм, ой, 2 грамма, 2 совочка и вот такие 3 ведерка. 5 Ну. стаканчиков. Погода-то жаркая, да, сегодня? Очень. Красота вообще. Вообще красота. Пол города он там видно. Ну все. Всем пока. Еще что ли тебя поснимать маленько? Я буду тебя снимать, как ты загораешь, что ли? Коль. Вот так вот, да? Правую руку, если опустишь вниз, сделай ноги так, как были до этого. Одна прямо, левая, правая прямо, левая согнута. Левую согни. Так же, вот. Вот. А руку левую, ой, правую опусти вниз. Вот так. Рядом с телом, вот так. Ну, кочка там, наверное, какая-то. Как я уберу, если туда постелила? Ты же попросила покрывало туда постелить. Ну, отодвинься вот сюда ближе, пересядь. Ничего страшного. Там кочка выросла. Камень? Ну все, возьми, да швырни его вон. В сторонку. А, большой приросший. Ну. Ну вот, в сторонку просто присядь, да и все. Сорока вон где-то хохочет. А? От росы, может? А в сумке почему мокрая? Не знаю. Почему моя киска мокрая? Я не знаю. Ну-ка, хватит. Хватит, она летит на воду. Что нам, расскажешь что-нибудь? Я вот тоже Вот, ты водохлеб, оказывается. Да если жара. Вообще духота, да. Я сам уже полторашку выпил. Очень жарко. Ну все, ладно, пока. Да.